Приветствую вас, Ольга. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь хочется сказать, наверное, что не совсем, исходя из вашего текста, понятно, какой помощь вы хотите. Вот. Психологов, вот, психотерапевты, вот, потому что, ну, вроде бы, можно в нескольких направлениях двигаться, вот, можно в нескольких направлениях работать, вот, и можно смотреть в сторону, например, того, чтобы быть более, например, привлекательным, как, ну, как собеседник, да, как человек, для вашего молодого человека можно в этом направлении двигаться, а можно как бы смотреть в сторону того, чтобы становиться более самодостаточной, вот, чтобы немножко больше опираться на себя, вот, и, соответственно, как-то сделать так, чтобы в вашей жизни было больше собственных интересов, да, нежели чем других людей. Потому что, ну, пока получается, что вы в большей степени нуждаетесь в других людях, да, нежели чем, допустим, полагаете на себя и там на свои интересы, например. То есть, как бы, идея здесь, она вот такая. Вот несколько направлений есть, в которых вы можете двигаться, да, и вопрос здесь заключается в том, чего вы хотите. Ну, то есть сейчас у вас есть страх одиночества, это в общем и целом понятно, что вы боитесь, ну, что вы боитесь остаться одна, вот, но связано это с тем, что мне кажется, вы не видите своей ценности, вот, ну, в отрыве от других людей. И, соответственно, в этом направлении, мне кажется, тоже нужно действовать. То есть вам почему-то кажется, что, условно говоря, ну, вас, что вы ничего не значите, а если вот там за вами никто не приедет, да, то есть такое ощущение, что вы пытаетесь опереться вот на молодого человека, соответственно, вам самой, да, вы себе, не так, чтобы вот интересно было, понимаете, да, какая история. И, соответственно, отсюда такие вот у вас возникают страхи, что, в свою очередь, влияет, как мне кажется, на ваше поведение, на то, как вы ведете себя там, ну,
с тем же молодым человеком, да, что вам не хватает его, там, его внимания и прочее, прочее, прочее. И это, как мне кажется, ситуация вполне такая естественная, да, вполне нормальная, если мы принимаем во внимание тот факт, что вы сами по себе считаете себя, ну, незначимый, вот, ничего не значащий, например, и так далее. То есть, мне кажется, идея здесь заключается именно в этом, в том, чтобы вам определить, в принципе, можно двигаться и в том, и в другом направлении. Я не думаю, что, как бы, ну, я не думаю, что здесь какой-то вектор более предпочтительный, он зависит, в принципе, исключительно от вас, вот, только и все, и больше, ну, ни от чего не зависит, от вашего выбора только зависит. Ну, соответственно, что вам ближе, да, вот в том, как бы, направлении и нужно, мне кажется, двигаться. Вот, просто необходимо, наверное, осознавать, что у любых, ну, у любого выбора, у любого вектора движения есть свои последствия, вот, есть, скажем так, ответственность, которую вы, ну, так или иначе, несете за принятие того или иного решения в своей жизни. Вот. И мне кажется, что вот этот момент нужно обязательно учитывать, потому что если, например, ну, если, допустим, если вы, ну, выбираете, да, если вы выбираете, к примеру, скажем, пытаться, ну, понравиться человеку, да, ну, например, вы выбираете, вот, понравиться мужчине, вы выбираете, там, грубо говоря, для него, не знаю, становиться, ну, максимально, допустим, привлекательным, к примеру, то это означает, что вам предстоит распрощаться с некоторыми вещами, которые могут быть для вас важны. Вот. Я не знаю, что это за вещи, вот. Я не знаю, о чем конкретно сейчас идет речь, потому что я не знаю вас. Вот. Но я думаю, что это обязательный такой атрибут. Вот. Потому что без этого понравится и быть привлекательной молодому человеку у вас не получится. То есть нужно будет так или иначе учитывать его. Его учитывать, его интересы, да, учитывать его какие-то предпочтения, да, учитывать то, что ему, например, интересно, то, что ему, например, нравится, то, что он, например, хочет, допустим. Вот. С этого, ну, как-то вот слабо мне видится, как вы могли бы, насчет этого, ну, достичь, например. Вот. Значит, следующее. Если вы выбираете, к примеру, больше опираться на себя и отталкиваться от себя, то здесь уже немножко другая история. Вот здесь история больше про, например,
то, что кому-то может не понравиться. Ваши действия, кому-то может не понравиться ваш выбор, кому-то может не понравиться то, ну, что вы делаете, и, соответственно, какие-то люди будут из вашей жизни уходить и исчезать. Вот, что, в принципе, опять же, вполне нормально, если мы говорим про, ну, допустим, если мы говорим про такой вектор, да, если мы говорим про, такую модель поведения, да, ну, ваш, например, вопрос заключается, как мне кажется, в том, что вы выберете по итогу. Вот что по итогу вы хотите. Потому что, ну, это могут быть разные вещи. Вот, и как бы вы можете хотеть, можете выбирать разные варианты развития событий, как мне, опять же, это видится. Вот. Вопрос, повторюсь, в том, что вам ближе. Ближе одно, ну, делаем одно, ближе другое, делаем другое. Вот. И там, в принципе, возможно, поддержка со стороны, ну, психолога, да, вот, и там, в принципе, возможно, какая-то коррекция, да, вот. Если вам самой неудобно, если вам самой непривычно, если вам самой сложно и так далее. Вот. Понимаете. Вот. Но сейчас, мне кажется, вам нужно выбрать. Сейчас, мне кажется, вам необходимо увидеть, что вы тревожитесь и что вы отказываетесь признать, мне кажется, себе признаться, отказываетесь себе признаться в том, что вам сейчас видится так, что без молодого человека, да, без мужчины вы, ну, как бы себя не видите как личность, вот отдельно, как, ну, как полноценный такой индивид вы себя не воспринимаете, ну, в качестве полноценного индивида вы себя не видите. Вот. И, собственно, это вот очень такой серьезный, как мне кажется, момент, потому что, ну, мне видится это вот так, что вы себя можете обесценивать, ну, просто, словно говоря, зря. Просто вот зря себя обесценивать можете. Вот, и как бы вопрос в том, вы это делаете, ну, сознательно вы это делаете или нет. Вот в чем, как бы, ключевой здесь момент. Потому что если это ваш сознательный выбор, то вряд ли кто-то из психологов вас будет переубеждать в обратном. Ну, если вам кажется, например, что на самом деле вы действуете по-другому, вот, то есть на самом деле вы там совсем, ну, к другому стремитесь, например, то можно вас направить, в принципе, в то русло, да, которое вам нужно, которое вы хотите. Вот.
такая вот история, поэтому стоит здесь подумать о том, чего вы хотите. Вот. Стоит подумать о том, вы не знаете, что делать, чтобы что. Вот. Ну, то есть цель, какая у вас. И, соответственно, увидеть то, что вы хотите. Пока что, мне кажется, на данный момент, мне кажется, что вы занимаете больше такую, знаете, жертвенную позицию немножко, то есть, ну, что такое жертвенная позиция, да, это позиция, что я сама не готова что-то выбирать, да, то есть я там и в деревню уехать не готова, и с молодым человеком меня не устраивает, как он общается, хотя, может быть, он общается с вами как раз так, как он умеет общаться, в принципе, и все. То есть, ну, он не может общаться по-другому, например, с вами, к примеру, опять же. Вот. То есть, ну, есть люди, которые могут общаться, ну, условно говоря, в интернете, и по интернету есть люди, которые могут общаться, а он вот не может общаться. Вот такое бывает. И как бы вы не принимаете его, получается, ну возможности каких-то способностей, да, к общению, потому что вам тревожно, что он с вами, он вас бросит. Ну вот, спросите себя, да, вы как вот вообще по ощущениям своим считаете, вы достойны того, например, чтобы общаться с человеком, да, боясь при этом боясь, ну, быть брошен, например. Вот. То есть, мне кажется, что тут вот нужно на это вам обратить, ну, свое внимание. Вот. И, соответственно, уже как-то вот исходя из этого, да, уже ну, действовать. Вот, там уже что решите, что выберете, там уже как будут развиваться события. Вот, мне кажется, примерно так можно вам ответить на ваш вопрос. Вы говорите о том еще, что влюблены в человека безумно. Тоже хотелось бы как-то, чтобы вы посмотрели, да, вот, ну, ваша влюбленность, она что из себя представляет, то есть что это такое. Вот, ваша влюбленность к человеку, да, это нужда в нем, это вы ощущаете, что вы нуждаетесь в нем, что вы как бы без него не можете, или все-таки чувство влюбленности означает больше, что вы хотите ему что-то давать, вы хотите с ним чем-то делиться, вот, и так далее. Вот. Вещи это достаточно важные, вот. А люди, они
склонны подобный аспект обесценивать, ну, типа, что не замечать его. Да, это очень, повторюсь, очень важный момент. Так что на это я предлагаю вам обратить свое внимание. Я надеюсь, что вам это было полезным, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что некоторую пищу для размышления я вам дал. Ну вот, надеюсь, что в свою очередь вы дадите какой-то отклик на мой ответ, обратную связь, что послужит началом вашей работы над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!